В Сабдаринском районе под эгидой районного филиала партии «Нур Отан» прошел конкурс «Молодая семья 2017». В конкурсе приняли участие 6 семей. Конкурс состоял из 4 туров: презентация семьи, проверка знаний, традиций и обычаев. Также молодые пары искали выход из разных проблемных ситуаций. По итогам конкурса победителем признана семья Кушикпаевых. Очень хорошо было. Мы радуемся, что завоевали первое место. Для нас эта награда – большой стимул. Будем стараться оправдать надежды, расти и крепнуть. Молодая, но уже многодетная семья Камбаровых из аула Аскара Токмагамбетова удостоена приза зрительских симпатий. Очень рады. Мы со всеми детьми выступили, показали свое искусство. Благодарность организаторам за такой хороший конкурс. Было очень интересно. Мы второй раз организуем конкурс молодых семей. Я думаю, мы достигли своей цели, так как семьи пришли с большой подготовкой, отнеслись со всей серьезностью и ответственностью к конкурсу. Хочется, чтобы таких семей было много.